В новостях вы наверняка много слышали про сатанистов из США. На самом деле в Америке и правда есть церковь сатаны. Мне стало крайне интересно, что они проповедуют, и я залез на их сайт. И сейчас я расскажу вам 11 ее сатанинских правил. Не давайте мнения и советов, если вас об этом не спросят. Не рассказывайте о своих проблемах другим, если не уверены, что они хотят вас слушать. Находясь в чужом доме, выказывай хозяину уважение, иначе просто не ходи туда. Если в гость в вашем доме досаждает вам, общайтесь с ним грубо и безжалостно. Не делайте сексуальных домогательств, если вам не дан был сигнал о спаривании. Не бери того, что тебе не принадлежит, если только это не является бременем для другого человека. Признайте силу магии, если вы успешно воспользовались ей для достижения своих целей. Если же после достижения цели вы ее отвергнете, то все, что вы получили с помощью нее, вы потеряете. Не жалуйтесь ни на что, чему вам не надо себя подвергать. Не причиняйте вреда маленьким детям. Не убивайте животное, если оно на вас не напало или не ради еды. При прогулке по открытой местности постарайтесь никого не беспокоить. Если уже кто-то побеспокоил вас, попросите его уйти. Если уже он вас не слушает, окажите силовое воздействие. Ну а как вам эти сатанисты? Если интересно, пишите в комментариях, я сниму еще пару роликов.